Санкт-Петербурга, учится в Санкт-Петербургской детской школе искусств имени Глинки, ее педагог Ольга Ивановна Грачева. Я хочу, чтобы я вот была вот именно вот лучше всех, чтобы меня там побольше узнали, увидели, ну это же как бы очень приятно. Вообще мне вот говорят, вот пишут смски, за меня все болеют, весь Санкт-Петербург. Одноклассники, учителя смотрят, им очень интересно, вот именно вот моя деятельность музыканта. На школе очень мало музыкантов, ну в основном прямо, которые гастролируют там. Вот я из них вот как бы в нашей школе как звезда, можно сказать. Я уже где только не выступала, и... Ну, из-за того, что я как бы я плохо вижу, когда без очков, как бы мне как бы без разницы, где я играю. Мне как бы атмосфера не очень важна, там, если меня снимают на камеру, ну и что? Я же играю для себя, для зрителей. Крамарш, концерт для гобоя с оркестром, фа-мажор, сочинение 37, третья часть. Концертмейстер Татьяна Журилко. Thank you.
Я напомню, это была Александра Кузнецова, ей 14 лет, она из Санкт-Петербурга, учится в Санкт-Петербургской детской школе искусств имени Глинки у Ольги Ивановны Грачевой. Пожалуйста, оценки Александры. 11, 12, 11, 11. 45 баллов. Вадим, вы сомневались, это было видно. Почему? Я вообще очень люблю, как девочки играют классику. Они всегда играют очень аккуратно. Это прекрасное качество. Я могу только дать один совет. Вот ваша шея, ваше горло. Во-первых, закрыто горло, поэтому так все чуть-чуть вот раздувается, вот эта венка. А второй момент, вы немножечко поднимаете, это эмоционально очень, вы поднимаете постоянно подбородок. Звук – это всегда следствие, всегда есть какая-то причина. Вот мне кажется, вам обязательно над этим надо тоже в том числе работать. Дыхание и вот открытое горло. Профессор Шелленбергер. And the other thing, which и еще. I also find... То, что я увидел. Она очень много двигает инструментом, гобоем, все время. Было бы гораздо лучше, если бы она лучше контролировала во время игры свое тело. Потому что большое количество движений инструмента и тела мешает звукоизвлечению, и публике, наверное, тоже мешает слушать. Потому что музыкальность надо не демонстрировать не этим. Нужно изнутри ее демонстрировать, а не двигаться телом. Спасибо большое, Лада. Мы передаем вам слово. Да, Александр, я поздравляю тебя. Все-таки это было очень успешное выступление. Ты уже определилась со своим будущим? Станешь профессиональным музыкантом? Ну, конечно. Я очень мечтаю, очень хочу играть в оркестре. Вот. Именно в оркестре? Именно то есть... Именно вот в оркестре. Не солировать, а именно в оркестре. Вот первый раз я такое слышу. Все хотят солировать. Скажи, а какие-то еще увлечения у тебя есть? Или все время уходит на музыку? И на учебу в общеобразовательной школе, я так понимаю, тоже, да? Ну, у нас в школе есть такой клуб «Патриот». Там я пою и танцую. Вот очень много к нам приезжают и телевидение нас снимают. Ну что ж, замечательно. Я тебя поздравляю. Желаем дальнейших успехов.